Представители компании Airbus объявили в среду во Франции, что получили самый крупный в истории гражданской авиации заказ на самолеты с числом мест более 100. Они собираются поставить 180 лайнеров третьему по величине индийскому бюджетному авиаперевозчику Indigo. Общая сумма сделки составит 15,6 миллиарда долларов. Заказ Indigo включает 30 самолетов серии А320 самой популярной модели Airbus, а также 150 модернизированных самолетов этого же типа А320neo. По сообщениям авиаперевозчика, первый самолет будет поставлен в 2015 году. Эксперты положительно оценили сделку. Это очень хорошо для производителя, а для авиакомпании Indigo это означает, что она действительно появится на международной карте. На данный момент в эксплуатации у компании всего 32 самолета. Еще 68 самолетов они заказали у компании Airbus. К этому числу сейчас добавляется еще 180. Так что они проявляют себя на индийском рынке достаточно активно. Сейчас в авиационном секторе Индии около десятка перевозчиков, и он стремительно развивается по мере роста экономики. К примеру, за ноябрь прошлого года внутренние авиалинии Индии перевезли приблизительно 47 миллионов пассажиров. Население Индии составляет около 1,1 миллиарда человек. Количество воздушных перевозок возрастает ежегодно на 15%. Это самый быстрый рост, не один из самых быстрых. Это самый быстро развивающийся рынок в мире в сфере воздушных перевозок. По самым пессимистичным расчетам, в ближайшие 20 лет Индии понадобится по меньшей мере 1000 самолетов, но, скорее всего, эта цифра составит 2000. Получив столь крупный заказ, Airbus отчасти потеснил своего главного конкурента на рынке, американскую компанию Boeing.